Хлеб юности на неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни нас, не отдаю ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, всего ради закона положить согрешающим на пути, наставит кроткие на путь, научит кроткие путем своим. Яко апостол первозванный и верховный рассущий брат, владыцы всех Андрея молися, мир себе не даровати, и душам нашим мили умилость. Единородного и живого Отца рожденного прежде всех мир, света от света Бога и сына от Бога и сына, рожденного несотворенного и единосущного своим же свыше. Нас ради человека и нашего ради спасения шедшего с небес, и воплотившегося в Духа Святой и молитвы, и вышнего вмешася. Аминь, Христа, и во веки веков. Аминь. Да исполнится уста наша во имя Твоего, Господи, яко допоем славу Твою. Я, Господа, милостивый, причаститеся святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайнам, соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучайтесь о правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дорогой батюшка, мы когда подъехали к храму, были приятно удивлены, что вот здесь вот такой замечательно построен новый храм, он очень красивый, в византийском стиле. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как он здесь возник? В 2017 году отец Спиридон, иеромонах, настоятель соседнего храма, великомученика Георгия Победоносца, познакомился с Ваганом Арсеновичем Рутюнян, ктитором нашего храма. И вот благодаря трудам и усилиям Вагана Арсеновича, его материальному укладу в это дело, идея отца Спиридона, этот храм был возведен в 2017 году. Закончена была постройка, начата в 2013. И, собственно говоря, храм был сразу же не только построен, но и снабжен всем необходимым утварью для совершения богослужений. Все было готово к освящению. И в скорости буквально я стал настоятелем, буквально как только начали здесь регулярные службы. И, собственно, через полгода мы смогли даже совершить чин освящения, великое освящение архиереем. Митрополит Исидор, владыка, приезжал к нам. Владыка Исидор освящал храм, освящал храм, да? Понятно, это очень прекрасно. В 2018 году. В 2018 году, да. Скажите, пожалуйста, а почему и на вот Богородичный выбрали храм, почему именно Богородицу освятили? Это вот как раз таки вопрос к отцу Спиридону, к иеромонаху, да. Вы у него он очень, нет, он очень любит эту икону, почитает. И у нас в крае храма не было еще в честь иконы Божьей Матери Неведомый Цвет. И его выбор пал именно на этот образ, собственно говоря. Ну, так, да, промыслом Божьим все состоялось. У нас, получается, в крае нет такого храма Неувидаемый Цвет. Да? Ну, если вы в интернете, в Яндексе забьете Неувидаемый Цвет, первое, что выпадет, это Рублевка. То есть мы, знаете, как-то так, ну, близко к Рублевке. То есть нормально, параллель провели. Да. Нематериально, конечно, но тем не менее, да. Батюшка, мы от всего сердца хотим вас поблагодарить за благословение, что на сегодня появилась возможность. Мы приехали в праздник, в этот замечательный воскресный день, попели на литургии. Спасибо, Господи, вас за благословение. Я вас, братья, благодарю, рад знакомству, всегда буду вас рад видеть в нашем храме. Ваше пение, конечно, умиляет. Я думаю, что прихожане просто счастливы от того, что смогли вас услышать, потому что не каждый может попасть на концерт, тем более в современной ситуации эпидемиологической. Вот. Очень, очень вам благодарен. Спасибо, батюшка. Вы говорили после службы, что планируется построить здесь воскресную школу. Да. Мы желаем помощи Божией, чтобы она скорее здесь возникла, чтобы был и большой класс для деток, которые будут заниматься музыкой, чтобы они учили музыку. И надеемся, что мы придем с открытым мастер-классом в вашу воскресную школу. Ну дай Бог, дай Бог. Все, спасибо, Господи. Благодарю, братья. А вот сейчас будут елочку, да, сажать? И мы запомним, вот мы сегодня пели в храме в этом, и подарили елочку, да. Да.
Ну красота же, друзья. Спасибо вам. Спасибо, Господи. А вы сами откуда? С Краснодара? А вы с Краснодара? Да. Может быть, еще раз услышим вас. Дай Бог.